Тысячи людей вышли на демонстрации в крупных городах Греции в знак солидарности с семьями жертв кораблекрушения у берегов Пилоса. В столице страны состоялись сразу две акции, посвященные трагедии в Ионическом море, где в среду затонуло рыбацкое судно. Профсоюзы собрались на площади Синтагма, а антирасистские организации у здания Афинского университета на улице Панепистеми. Затем участники обоих митингов прошли маршем по центру города. Как передает издание «Кафи Мерени», организаторы говорили о, цитата, «провале миграционной политики», а также о контрабандистах, превративших Средиземное море в море мертвых. Let's be clear, this is not a Greek problem, this is a European problem. I think it's time for Europe to be able, in solidarity, to define an effective migration policy for this kind of situations not to happen again. Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал к созданию общей системы приема беженцев. Греческие власти сообщили, что на борту затонувшего траулера находились 750 человек. Лишь сотню из них удалось спасти. В береговой охране утверждают, что шансы найти других выживших минимальны. Международная организация по миграции назвала кораблекрушение одной из самых смертоносных трагедий в Средиземном море за последнее десятилетие.